Программа «События» снова в эфире. Мы продолжаем. Пензенцы смогут на несколько часов окунуться в казачью культуру. 21 сентября на юбилейной площади пройдет 4-й межрегиональный фестиваль «Сурская застава». Его участниками станут 20 коллективов. Первыми на сцену выйдут ансамбли Пензенской области. Затем выступят специальные гости, фольклорный ансамбль «Казачий круг» из Москвы и государственный ансамбль «Разгуляй» из Саранска. Завершится фестиваль гала-концертом, который пройдет в Большом зале филармонии. Первый фестиваль «Сурская застава» был основан в год 350-летия города Пензы. И он прогремел, собрал под своим крылом казачьи общества, казачьи коллективы. И, как нам кажется, он развивается очень стабильно, многообразно. С каждым годом увеличивается у нас количество желающих приехать и выступить на нашем фестивале. Кроме музыки и танцев, гостей фестиваля ждут выставки оружия и сувениров, тир, катание на лошадях, а также показательное выступление военно-патриотических клубов и регионального отделения Федерации рубки шашкой.